самое главное, получите удовольствие, берегите себя на трассе, помогайте друг другу, соблюдайте меры безопасности. Мы делаем все для того, чтобы вы в целости, сохранности преодолели. Вы тоже без фанатизма, спокойно. Самое главное, кайфуйте просто от этого всего. Друзья у меня в Подмосковье где-то бежали. И вот когда узнал, что это будет происходить у нас здесь, решил попробовать свои силы. Мы с Балакова, Саратовская область. Да, вчера приехали. Нас много, нас 19 человек. Еще ничего не началось, нам уже все нравится. Мы приехали из Самары, у нас своя местная такая же, такие же соревнования, прищевка челлендж называется. И, соответственно, узнав о этом, мы решили попробовать и здесь. Мы же герои, мы должны показать себя и проявить. Короче, здесь прикольно. Ты лицо туда делаешь, вон камера там. Единственный уникальный наш Казанский федеральный. Всю ночь не спал. Сейчас вот бодрюсь, походу. Даже не тренировался, не бегал. Просто решил, за два дня решил, пришел, все. Все, кто сюда пришли сегодня, огромное, я пока сюда шел, все, ну, довольны, с улыбками шли, получить удовольствие, и огромное спасибо организаторам за это. Преодолеть какое-либо препятствие, подтянуть где-то, укрикнуть, Вася, там, давай, вперед. Это поднимает моральный дух. Если моральный дух высок, то какой бы ты ни был телосложением, ты пройдешь любую дистанцию. Первый, значит, подбегает, начинает ее вот так натягивать. Старайтесь перелезать ближе к дереву, потому что она там покрепче, более упругая. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Помогите, помогите. Иди сюда. Хорошо. Так, ребят, мы волонтеры уже работаем на тебя, Насибир. Смотрите осторожно, директор. Давайте, пожалуйста. Давай! Как готовиться? Надо начать готовиться, на самом деле, дней за 20. Изначально производили конструкции, привозили сюда контейнерами, производили монтаж. Монтаж длился около 2 недель. В среднем рабочий график был, не знаю, там, здесь колоссальный, потому что сроки были сжаты, нам приходилось прилагать максимум усилий. Вот. Начал проект разрабатывать еще в 2013 году. Все началось с салфетки на чертежи, но в конечном итоге перешло прям хорошие грамотные чертежи автокадовские. На сегодняшний день мы будем строить трассу, получается, в 6 городах России. Построена трасса в Калининграде, в Санкт-Петербурге, сейчас в Казани достроили. Трасса у нас получилась здесь 6200 метров. Она не длинная, наверное, самая короткая. На ней расположено где-то 27-28 у нас препятствий, если включать военную технику, которая у нас выставлена на трассе. Thank you.
потеряли, что ли? Да, кто-то там пока. Надо всех дождаться. Кто желает попить, кто желает голову схватить, кто желает просто охладиться. Как настроение, ребят? Отлично! Супер! Так клёво! Но тяжело. А так по всей стороне интересно. Я не жалею. Давайте, а то пятый спот уже нас вот гоняет. Как что мы сильнее это было, любовь и холод. Это у вас, говорит, была проволочка, а у нас гранатки подвесывают, да? Отлично. Ну и что пока было самое сложное на пути? Танки. Сейчас положить. Танки под танками лазить. Наверное, самое сложное. Метаформа. Надо было рассчитать. В следующий раз рассчитай. И ну, здесь более-менее нормально. Супер. Отлично. Давай. Вот так ты отливаешься. Спасибо. Вперед. Тяжеловато, честно сказать. Надо подготовиться, честно, когда идти на это, нужно быть немножко подготовленным. Если просто так прийти, невозможно, наверное, все-таки это пройти. Но на самом деле какое-то чувство удовлетворения сейчас. Пойдете на следующий год? Да, с удовольствием. Может, сыну будет уже 18, с сыном вместе. Воу! Герой!